общение с карликами искривляет позвоночник. Это верно. Красиво. Вот как вы для себя это комментируете? Не преклоняйся, не поддавайся, не подминай себя под карликов. Очень часто нам приходится это делать здесь, везде, тут, там, в нашей жизни. Не надо этого делать. Оставайся в гордом одиночестве. Кто такие карлики? Карлики – это люди, которые навязывают такие мелкие эгоистические всевозможные цели, достижения, и пытаются всем их навязать, и в итоге складывается вот такая жизнь. То есть не наклоняться к ним, да? Нет, ни в коем случае. Не соглашаться, не наклоняться, не быть вместе с ними. Дух не опускать до их уровня. Красиво.